Hey guys, how are you? In this video, we'll travel to the city of Talitsa and visit my mom's friend, Natalia. And we'll talk to Natalia's mom, who just turned 96 years old, and see what she has to say about her life. Talitsa is a small town about 3 hour drive away from Yekaterinburg, and I can't help but show you some of the beautiful footage that I took along the way. We were passing a lot of small towns, villages, and I was able to capture so many picturesque landscapes with my drone. It was totally worth buying it. So let's enjoy the scenery first, and then we'll start the interview. А что мне говорить? Песни петь? Нет! Как вас зовут? Меня? Морозова Мария Михайловна. Сколько вам лет? Мне 96 лет. Очень старая стала. Но я хочу жить, дожить до 100 лет. Правильно. Уже немножко осталось. 3,5 года. Вот. Жить, я родилась в 1924 году, в революцию. В 1939 году окончила 7 классов. И в 40-й год поступала в медицинский. Там училась, пока на практику не идти. На практику сказали... Пойдем завтра на практику, будут анатомировать мужчину. Ой, покойника боюсь. Убежала, шмотки забрала, уж убежала, не стала учиться. А в 41-м году началась война. Войну я пронесла с первого до последнего дня, ела траву. Деревушка у нас маленькая, 20 домов всего было. Но голодной смертью никто не умер. Все мы выжили ради леса. То, что можно из леса, все черпали. Грибы, ягоды, да, траву ели всякую. Вот, например, траву я ела, лебеду мы ели, клевер ели. Подорожник ели, липовый лес ели, лист липы. Ваше детство прошло в период коллективизации. Да, точно впереди. Что вы можете в это время вспомнить? Это было время раскулачивания. Ой, очень бедно жили. Вот у нас председатель был, Гвоздев фамилия, Дмитрий. Маленький ростиком, как карликовый рост у него. И вот за неуплату налогов нам дали штраф 500 рублей отцу. Отец у меня был на гражданке. Он весь израненный, он умер голодной смертью. У него меж лопатками дырка, сквозная пуля прошла. Но основные органы не задела, он остался живой. Но желудочно-кишечный тракт весь был переболтан и перемешанный. Вот. И он, отец у нас молодой, умер. 42 года ему было. Мария Михайловна, вы застали, получается, и террор, время террора. Это конец 30-х годов. Ну да, конечно, в 24-м году, ну я маленькая, но ничего. А что вы помните? А что я помню? Голод был, голод. Только и на уме было, что хоть бы корочку хлеба понюхать, хотя бы понюхать, не поесть, а понюхать. Голоднее были, только и думали, вот только бы что бы поесть. Но это как-то все мы перенесли, пережили. И я не знаю, потом уже, наверное, и забылось. Но я такой у меня характер. Я пела да плясала, мне было весело, хорошо. Помните песни тех лет? Песни? Да. Что вы пели в юности своей? Можно спеть. Конечно. Туда смотрите. Ой, подожди. Ой, ведь я думала песню туда, вот и забыла я ее. Ну, народная она, нет? В одном прекрасном месте на берегу реки стоял красивый домик, в нем жили рыбаки. Стоял красивый домик, в нем жили рыбаки. Рыбак своей рыбачкой рыбачили всегда. У них было 3 сына, красавцы хоть куда. У них было 3 сына, красавцы хоть куда.
Один любил портниху, другой любил княжну, а третий молодую охотника жену. А третий молодую охотника жену. Охотник сам. О, молодец. Да, Мария Михайловна, песни того времени были Ой. Длинные, сюжетные. Вот, жизненные все. Можно было послушать, говорят, песня правда, сказка ложь. Все из жизни взято. А сейчас поючу ау-ау, бум-бум. Но потом то же самое будут говорить и про то время. Оно повторяется. Мария Михайловна, а как вы начало войны застали? 41-й год, вам практически было чуть не 18 лет. Где вы были? 17 лет. Полностью я войну всю на плечах несла. А где? В деревне. Там же жили? Конечно. Шурчилы у нас в деревне. Маленькая, 20 домов. Как вы помните этот день, начало войны, 22 июня? Ну, что объявили войну, так тогда, знаешь, еще я молода была, так вроде не так я восприняла это все. Если вот постарше, так это бы все. А я была очень веселая. У нас 4 дочери у мамы было. Отец умер в 42-м году. 44 года ему было, насколько он умер. На гражданской, весь изранен, он голодной смертью умер. Есть не смог ничего у него, переболтано там все было. Вот. А кого из семьи вот на Великую Отечественную войну? А войну у нас братьев не было. Отец израненный. А-а-а. Это только вот брат отца Алексей. Вот он ушел на войну. Нет, ее в армию еще так взяли. В армии. Он ушел и все исчез. Потом пришло нам без вести пропавший. Вот. А братьев у меня не было. Ну, мамины вот. Братья было Николай и Иван, они тоже погибли на войне. Вы ушли на пенсию в 45 лет, да? Да, 45 лет. Да, а 40. Получается, что вы сейчас на пенсии до 51 год больше, чем работали. Наверное, 45 баба ягодка опять. Да, хорошо. Работали на вредном производстве. Да, я на вредном, на горячей работе я работала. Это была изумрудная фабрика. Она засекреченная. Мы давали подпись, чтобы не разоглашать. И мы не знаем, где войны что-то делали. Вот порошок кантал делали. Кантал, черный порошок. Вот это кантал. Все нашло для войны. Это. Нам ведь не говорили, что делается это. Для обороны. Все для войны. Вот. Ну, что сказать. Очень тяжелая жизнь была, очень. Я бы никогда не подумала, что столько я смогу прожить. А ваш муж умер в 47 лет, Виктор? Виктор умер в 47 лет. 48 исполнилось, он 40-й день. А он молодой. Лежит. То есть вы остались с тремя детьми? Да, с тремя детьми. Мария Михайловна, почему замуж-то не вышли снова? Ой. Такая красивая, энергичная, казалось бы. Энергично-то это да. То есть все, посвятили себя детям, получается. А замуж еще есть идти, замуж не напасть, замужем бы не пропасть. Ну а что, конечно, где мужики-то, хорошие-то где, после войны-то? Ох, хвостье вот это осталось, ох, хвостье, подрешите. Ну да, вы всю жизнь работали, сад держали. Я сад держала 41 год. Сад держала. Из сада я брала. Вот я ничего не продавала, а для себя овощи все выращивала. Ну, не сидела, не лежала так. Всегда в движении была. Угу. Вот. Ну, что еще сказать? Заготовки ну, делали на зиму. Конечно, конечно. Все заготовки, варенье сколько, компотов разных. То есть питались со своего участка, получается? Со своего участка, да. А осенью? У вас был это ваш лес. О, это первое у меня что лес. Это как сказать-то. Это мое день? Хобби мое. Да. Я в лес с утра пораньше. Никто не съел раньше моего грибочка и раньше мои ягодки не съел. Это я. На рыбалку я ходила с мужем. Вот бывало, иду, мужики навстречу, и меня спрашивают. А Маша, а где клюет? Маша говорила, где клюет.
Но вы же работали еще после фабрики, не сразу ушли на пенсию, пошли в Дом культуры. Да, 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 да. Я там 13,5 лет отработала в клубе. Да, у вас тоже. Да, пошла оформляться. Там в клубе, в завкоме была бухгалтер Татьяна Ивановна. Ей было 80 лет. Я оформлялась, она увольнялась. До 80 лет работала бухгалтером. Вот. В клубе это для меня был самый хороший период времени. Я в клубе, не знаю, цвела и пахла. И уж я веселая, от жизни-то я такая. Это понятно. А у вас ведь еще и хобби было свое. То есть мало того, что вы поработаете, после работы возвращаетесь, идете в сад, кормите семью. Ой, Олежка. А после полуночи чем вы занимались? Вышивали ковры. Ковры вышивала. Ой, много ковров тут я сделала. Очень много. Да, да, да. Это моя работа. Это маленький. Я вот сделала есть большой. Нет, ну, не Наташа, знаю, наверное, вот не это. Нет, нет, большой. У меня один единственный рисунок был. Я за 21 день его сделала, этот ковер. А это сколько, Мария Михайловна, делали? А это не знаю. Ну, наверное, месяц. О, да, может, есть черные. А расскажите все технологию, что вы делаете, как вы? Все убрано. Нитки подбирали как? Нитки, да, нитки я сама подбирала, ковры это были тканые, они уж стираны, так вот, нитки я сама подбирала. Ну, какие были еще? Еще надо и нитки-то знать. Вот. Ну, не знаю, делала хорошо, люди приходили, у меня смотрели, где-то завидовали, где-то. Как ты, Маша, это все делаешь, у меня как-то руки-то были. Мои ковры были на выставке. Победили? Вот народное творчество в клубе, там, вот клуб-то знаешь, на Малышинок, да, да, да. Там сзади площадка была, угу. И вот там стенды стояли, и на выставке каждый ковер у меня был, я за каждый ковер получала приз. Были ковры, это тогда модно было. Вышивали, вот я не хвастаюсь, но я просто говорю так, как было. Мне руки пожимали, всегда благодарили меня, хорошо я делала. Ну, я плохо не любила, а теперь уж бы не знала. Надо сколько, ничего. Мария Михайловна, у вас внуков? Внуков у меня? О, не знаю, наверное, много. Мария Михайловна, для пожилого человека очень важна социальная защищенность. Ну вот это моя дочка, Наталья Викторовна моя, золотая, дорогая. Она очень хорошо меня держит, очень-очень даже хорошо. Она по образованию медицинская сестра. Да, да. То есть это самый лучший врач. Я ее заставила учиться, ей не хотелось. Она, даже я, так? Я посылаю ее туда учиться, она говорит, не хочу идти, надо тебе, так иди учись, проклятая эта медицина. А вот она ее как пригодилась сейчас. Она еще тогда не понимала, что такое жизнь. А я ее заставила. Мария Михайловна, как вы считаете, что вот какова гарантия вот такого долголетия? Что успехом? Что вы считаете? Почему? Вот я считаю, это лес. Я 6 лет по лесу. Мне кажется, это долголетие, это лес. Воздух чистый. Я бегала, и ноги развивала, и вперед меня никто грибочек не съел, ягодку никто не съел, это я. Я очень хорошо в лесу ориентируюсь, я нигде не заблужусь. Мне взять только, Наташа знает, Иван Цуцмац жил с Клавой, пришел ко мне и говорит, Маша, я ягод нашел, ягоды крупные, черника была. Я так потихоньку к нему подъехала. Он мне рассказал направление. Ну, как вот так? Мне только подсказать, куда, в которую сторону пойти. Я точно пошла и нашла это ее ягоды, где он берет, собрала. А потом он пошел, ягод нет. Он сразу прибежал. Маша, это ты ягоды мои собрала? Я говорю, а ты там садил, что ли, их? Я свои только собирала, а я нашла эти ягоды и все собрала. Черника хорошая, крупная, низкий этот ягодник, так стелющий такой, очень даже хорошо. Мария Михайловна, для вас получается лес – это и спорт, это и источник, да, питания и вашего, и здоровье, и вдохновение. Вы же, да, там отдыхали. Да, 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 да. Это я-то понимаю, то, что лес – это да.
правильно, с 6 лет по лесу. Может, я всегда говорю, Ян, может, Наташа говорила, я, наверное, может, из-за этого и долго живу. Говорят, здоровье береги с молода. Все верно. Вот. И я с 6 лет по лесу, отец меня водил. Мария Михайловна, ну все-таки надо отметить и генетику вашу. У вас ведь младшие сестры есть, которые живут в Крыму. Да, в Крыму сестра есть, живет. Сколько им лет? Тоже, она с 28-го года, так. 92 года ей. Да, да, да. И сестра еще есть в Белгородской области. Ага. Рая. С 31-го года она. Это последняя. То есть вы долгожители все, получается? Да, мы все долгожители. Они на вас похожи, такие же бодрые? Нет. Тогда нет, вот что я скажу, то, что мама говорила. У нас 4 сестры. Мама всегда говорила, вот у Маруси-то у меня так лучше всех характер. Mm-hmm. Ну, вообще-то да, правильно. У меня ввиду характера я, наверное. Мне все хорошо, ладно. То есть вы на мир смотрите с оптимизмом? Да, 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 да. А да. Это много значит. Это очень. Да. Я песни частушки пела. А давайте спойте какую-нибудь частушку. А я недавно стара стала, все молоденькая была. Прокатились мои годы, как по зеркалу вода. Где мои молодые годы, где мои 17 лет? Утонули в синем море, их на свете больше нет. Стало холодно на воле, стало замораживать, не стало дроли у меня не за кем ухаживать. А у подружки два Ванюшки, у меня ни одного. Поклонюсь подружке, в ножки дай Ванюшка одного. Хорошая частушка? Хорошая. Хорошая. Вот так, какие же еще доводы. А у меня есть это вопрос. Какой вы совет дадите, чтобы прожить длинную счастливую жизнь молодым? Ну, вот это, чтобы настроение у себя всегда было. Я, например, этим горжусь. Люди добрые за советом ко мне даже приходили, я молодая была. Вот, я всегда на путь себе дам человеку хорошее. Не то, что с пути столкнуть, а я на путь наставлю. И меня люди слушали и благодарили. Вот молодая я еще была совсем. Но вот, и я по жизни такая вот весельчука. Оптимист. Пела и плясала. Ой, мама мне все говорила, Маруся, Маруся, несчастлива ты у меня. Все ты счастье свое пропела да проплясала. Я говорю, если есть оно, да будет, а нет, так нигде. Обиду не держите, да? Да. Это верно. Ой. А вот какие вам артисты нравились? Или сейчас еще нравятся? Певцы? Или просто актеры? Ну вот артисты, какие артисты мне нравились? Вот я любила, конечно, артистку Зыкину. Пела она хорошо. Я и думаю, когда... Вот жила бы я в городе. Я бы, наверное, артисткой была, как Мордасова. Частушки бы пела и народные песни. Это у меня талант на это. Но, видите, я в глухой деревне, у нас ничего, только дыра на небо. Больше ничего, кругом в лесу была деревушка. Вот так весь талант мой пропал. Да не пропал он, почему вы считаете, что он пропал? Ну, теперь же я старая, что сейчас меня слушать, мне интересно. Хорошо еще говорю? Отлично, Мария. А, ну отлично. Ладно. А до скольки лет вы работали, продолжали работать пока вот? Работала я. Я в 45 пошла на пенсию, отдохнула. Потом я пошла работать в клуб. Угу. Вот. Вот там-то мне работа-то была то, что самое хорошее в жизни. Это момент, то, что я работала в клубе. Я была контролером, там у нас дискотека была, видик был сначала. Это все я проходила. У меня 60 лет стажу. Я вот и говорю, молодежь не хочет работать. Я говорю, у меня 3 детей, я многодетная мать. И у меня стажу 60 лет. Но это считая колхозной. У меня детства не было, я с 7 лет работала. В 7 лет мне дали серп в руки, еще тогда серпы были. Это сейчас везде комбайны, да чего, у нас ничего не было в деревне. Вот. Серп дали в 7 лет мне серп. Я жала, вез ячмень, легкий такой, короткий. И в 9 лет мне дали литовку. Я в 9 лет уже вместе со взрослыми косила. Вот так я как работала.
Ну, раз 60 лет стажу, так не, за меня не, никто не работал, это мой стаж трудовой. Вот. И слава Богу, мне Бог ведь жизни дает вот столько, что скоро, скоро уж 100 лет я прожил. Вот это последняя была. Мария Михайловна, что это за награда такая у вас там? Где? Вот, в руках у дочери. Вон, я не вижу. К 75-летию победы. У меня за победу. За победу. Вот это последнее. За ваш вклад в победу получается, да? Ага. 75 лет победе. Да, ну их много. За победу. Это заслуженная. Это уж Наташе останется. Память, вот как мама у меня заслужила, что заработала. Она пишет, магнитная. Вот, ну что, живу я очень хорошо. Наташа меня очень хорошо держит. Дай Бог ей доброго здоровья. Всем дай Бог такой старости, чтобы в таких условиях жить хороших, как я. Зять у меня хороший, он меня словом не обидел. Говорят, зятья не любят тещи, неправда. Ну, самое главное, надо самой быть хорошей, а потом требовать что-то. Хорошие, правда ведь? Претендовать, да? Да, да. Сама будь хорошая, все будут хорошие. Вот комнатку эту всю я занимаю, тут я. Тут здесь я валяюсь днем, аккуратно сплю ночью. Очень даже вот хорошо. Она встает, заправляет сама кровать, она сама да, заправляет. Да, сама заправляет кровать. Даша, может, ты еще пару слов скажешь? Не, ничего скажу. Я встаю сразу. Есть что спросить у Натальи? Вот это еще есть по мне. Я стою и сразу заправляю. Кровать не заправишь, никакого порядка. А я раньше любила порядок. Но сейчас уж у меня не всегда получается, но я стараюсь. Мария Михайловна, ну что, через 3,5 года мы приезжаем тем же составом и встречаем ваш 100-летний юбилей. Слушаюсь и повинуюсь. Постараюсь. Прожить. Что мне стоит 3,5 года прожить, конечно, когда я столько уже прожила? В таком после же 96. Ритмом, да. С такими же ценностями. Вот. Да, вот. Мы надеемся. Только хорошо прожить, если голова работает, в здравом уме быть. И немножко ноги двигаются. Но многим плохо ходит, потому что я все сижу. Да у меня с молодых лет ноги болели. Потому что у нас ходили мы в лаптях. Выйдешь на улицу, чуть влага уже и нога мокрая. Ноги-то все простуженные. Вот ноги-то у меня болели. Ну, я ездила на горячий источник 2 раза. Фотографии-то что с тобой? А, это что, у меня мои фотокарточки хотите? Наташа, ну-ка там в мешочке еще много фотокарточек. So there you have it. The secret to living a long life is to be positive and happy and spend a lot of time in the woods. Now, to be perfectly fair, the fly in the ointment is that if it wasn't for Natalia taking care of her mom, she would have a very hard time dealing with Russian medical institutions, because she said a lot of times they would just tell her, "Look, lady, you're almost 90 years old. You're not feeling well because of your age." But Natalia, being a nurse, is taking really good care of her mom. She's giving her the necessary injections and makes sure she keeps a proper diet. Thanks for watching, guys. I hope you enjoyed the video, and let me know what you think in the comments.